Итак, сегодня у нас утреннее кормление. Достаточно серьезный челлендж. Притом очень занимательно, что Стэн закопался через свою холодную камеру, где он вроде бы должен был сидеть, закопался буквально под мох. Поскольку он шипит, и издает всякие неприятные звуки именно оттуда. Но на завтрак ему аж пяток перелетной саранчи. Вот они, красавцы. Я дал им волю погулять. Они достаточно хорошо видны на этом фоне, поэтому съемка обещает быть довольно подробной. Если, конечно, наш ящерик вылезет после своего утреннего сна. Стэнли. Я его там прекрасно вижу. Увидит ли камера? Нет, для камеры слишком темно. Опа.